Ильина Софья, 4 года, город Ижевск. На конкурс «Дети читают стихи». Отрывок из романа Евгения Онегин Александра Сергеевича Пушкина. В тот год ненастная погода, стоит дождик на дворе, зимы сдая пьет, снег выпай, только в январе. На третью ночь посушусь я на в окно, увидя Татьяну, поутру снег побежший твой, куртины, клёвый и забой, на стёклах лёгкие узоры, деревья в снежном серебре, союз весёлый на дворе и мягко усыные горы. Зимы. Зимы блистательным ковьем, все яйко, все белье к югам.